Белорусский фильм номинировали на «Оскар». Лента «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук будет бороться за награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Фильм «Хрусталь» белорусского режиссера Дарьи Жук была номинирована на «Оскар» авторитетным кинофорумом в Карловых Варах. Лента будет бороться за награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом Жук сообщила на своей Facebook-странице. Информация о номинировании ленты на премию стала известна во время мировой премьеры на кинофестивале в Чехии, который стартовал 29 июля. Известно, что белорусские фильмы не номинировались на «Оскар» 14 лет, со времен выхода ленты «Оккупация», «Мистерии» Андрея Кудиненко. Сюжет картины рассказывает историю девушки, которая занимается диджейством и живет в белорусской столице. Ее главная мечта – переехать в Чикаго, чтобы проявить там свои лидерские качества. В момент оформления документов она допускает ошибку и отправляется в маленький заводской городок, далекий от нонконформистского свободного духа. Лента уже была представлена на фестивалях в Нью-Йорке, США, Катбусе, Германия и Таллине, Эстония. На последнем она удостоилась награды в категории «Лучший кинопроект». Ранее сообщалось, что был опубликован трейлер украино-немецкого фильма «Вулкан». Его герой отправляется на границу с Крымом, где ему предстоит начать новую жизнь. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.